Доброго времени суток, дорогие телезрители. С вами телепередача «Настольный пельмень». Как мы можем наблюдать, пельмень лежит на столе. И, ну, он замороженный. Мы можем изучить его строение. Вот. В принципе, если так хорошо подумать, то строение пельменя изучать не обязательно. Но я, пожалуй, не буду этого делать пока что. Итак, всем спасибо за просмотр. Это была с вами моя новая телепрограмма «Настольный пельмень». Подключайтесь к нашему эфиру в то же время, в тот же час –